Класс, набрал Рикардо! Тихонько. Короче, родной, ты тоже тут? ГГ. Жестко. Ну, красиво, нереально, профессионально. Как он это дал? Ты видел? И добрый день, сюда, мои уважаемые подписчики! С вами повелитель Аима, повелитель кринжа и повелитель Ютуба! Сегодня, ребята, обмен скинами. Мы покупаем скины для команды Бобина Рика, а команда Рика и Бобина для нас. Поздоровайтесь, братва! Алево! Здоровики всем, подписчички! Здоровики! Ну что же, ребята, расходимся по разным войсикам, мои сладенькие! Мы сейчас вас будем тупо уничтожать! Мы сейчас вас будем тупо уничтожать. Кто там кинул хаешку? Яр, ты что там уже хаешки лицом ловишь? Олег, кто тут со мной остался? Алло, алло. Это я лечу. А, да нет, да за что? Да блин, меня челы стреляют просто. Брат, я уже река откоцал. Брат, о, у меня хаешка перед глазами рвануло. Смотри, запомни одно правило. Ты у мамы один, поэтому первый иду пушить я. О, а что? Ничего, ты жесткий. А чё, пацанам скидывал дигл? Ой, тут у меня есть, хана ему. Близко! Ой, нифига, он просто бе... А, минус 7 хп ему снял с хаешки, как так это чё за... Ой, найс. Ааа, да блин, почти. Блин, ну Глок это вообще имба, он дигл фигню скинули нам. Блин, меня забрали! Что, мы выиграли? Подожди, всё? Всё? Ер, ты минус 2, да? Брат, ну ты забыл, с кого позвал? Брат, ты же... меня звал, чтобы выиграть, правильно? Брат, подожди, ты же нуб, блин, мы как ты начал играть? Какой нуб, алё? То, что ты меня на турнире один раз выиграл, думал, я нуб, что ли? А, у нас экономики нет, у них, в принципе, есть экономика, они сейчас нам закупятся, а мы им пока так, на экономический раунд сделаем. Шаришь? Да, да, а может быть, дропнем им... Во, экономика вот такая. М40, может сразу М40? У меня на экономику вот что хватило, я успел только это купить. Смотри, давай их порадуем, и знаешь, что им скинем? Вот просто, что? Давай ты скинешь то же самое, что и я. Давай. Брат, скинем им народ. Ха-ха, просто дыми все кидай. Не, ну хотя бы один дигл закинул. Не надо, не надо. Пусть они будут искать в дыму, они будут думать в дыму, что что-то есть, а там ничего нет. Все, имба, брат, погнали. О, не смеда обход, давай ханаем. Найс, попал хаешка хорошенько. О, у меня хаешку закинули. Ничего себе. О, хрик. А, тут они хаешку стали. О, халява. Так это же халява. Блин, надо было поинт ставить, походу. Быстрее иди за дропом. Брат, не переживай, я киберспортсмен. Нам фабу дали. Погоди, видишь, ну. Смотри, они что, поинт выкинули? Актин, типа поинт. Да кто ж так дропает? Да кто ж так дропает? ГГшка. Брат, ну дай мне киллы, родной. Я тебе сейчас покажу, что тут папа. Там он в тёмке, давай. Ну куда? А боба, лежат, ты полегчайший. Найс, я думал, он близко уже. Ну ГГ. Капец. Кто ж так дропает-то? Ребята, вы не расспросите, почему такой жесткий? Весь секрет в одной поговорке. Лучше 5 сантиметров спереди, чем 15 сзади. Чека, что я ему оставлю? Брат, ну ты не перебарщил. Давай, ладно, давай авики. Давай, авики, порадуй малышечек. Ну пофиг, в принципе, они сами не хотят, чтобы у нас экономика была, поэтому мы будем фигню всегда им давать. Береты, дропай береты, это же... У меня только на дигл хватило, к сожалению, остальное все на хаешке наши. Так это вообще халявище, просто лютейшее. Давай, типа, сейчас скинем им хаешки под ноги. Я кинул хаешку, закинул хаешку. Опа. Я перепрыгнул во хаешку. О, застопал выход. Сейчас, хаешка будет жесткая. А вон... Попал! Попал! Давай, иди, бери дроп, я тут... Прям под меня хаешка! Ну ГГ. Я тут отвлекаю. Брат, у меня плохие дела. Нет времени, чтобы подбирать дроп. Я запрятался. Я в ребрах. Я без дропа! Так, все, я их напугал жестко дипоинте. Кентуху только не нашел, кстати. Ты где, Ера? Я без дропа сижу! Лежать, бот! Авик принес, Авик тут. А тут что, у меня тут какой-то... А, чел, Кента тут! Так, Авик, надо с Авиком! Вот, справа. Ну а нафиг? Хорош! Брат, знаешь, такой брейн? Что такое брейн? Давай. Смотри, чекай, смотри. Давай, соберись, брат, соберись! Что? Какой наускок? О, да ну нафиг. С диглом. У-ху!
Поймал братика жесточайшего за такое. Выброси, выброси, Авик, выброси. Опа, опа, опа. Я не понял, что это было. Я ж тебя такому не учил. Да ты меня ничего не учил. Я хотел сноускоп, я хотел в прыжке с дигла сноускоп. Слушай, я думаю, давай мы ставим М40, посмотрим, насколько будет крутой будет с М40. Кстати, сейчас хватает на вальчик и на наши хаешечки фермы. А может пулемет, го пулемет дропнем? Нет, а чего, тебе на хаешки не хватит? Посчитай сначала. Не хватит, нормально. А, ну все, погнали. Слышу, слышу, бежит. А, так один из мида обходит, прикинь. Так, лишь бы никто не кинул хаешку, лишь бы никто не кинул хаешку, лишь бы никто не кинул хаешку. Не-не-не-не. А, не попал, не попал, ой, не попал. О, слушай, ну мосвалы скинули, алло. Они нам скинули. Нормальный дроп. Опа, М40, найс, монстр беру. Блин, у них вал, конечно, будет жесткий на вал против М40. Ну, не контрится, не контрится, не контрится, не контрится. Брат, ты не против, если я развалю кабины, и ты пока можешь отдохнуть? Давай, давай, да, все, я пока расчилишь, ты тут на базе, знаешь. Ой, брат, слышь, а ты знаешь тактику пикселей? Тактику пикселей знаешь? Не-не, какая пиксель? Сейчас увидишь. 3, 2, 1. Раз, минус раз. Что? Ну как? Блин, он в прыжке попал. Я допрыгался. Жестко. О. Почти забрал. 20 хп, родной, 20 хп. Давай, вспомни, чему тебя учил. Давай, Яр. Ой, брат, тикай из села. Не стой на простреле. У них диффуза, интересно, есть? Хорошо. Ну-ху-ху! Красиво, нереально профессионально! Мне кажется, это очень профессионально. Давай, брат. Что? Что? Как он это дал? Ты видел? О, давай им тоже М40 скинем, кстати. Проверим, на что они способны. Брат, Авик и P350, и USP. Пусть играют. Посмотрим, насколько они будут круты, если им дропом. А ты USP забери, пускай, типа, дерутся. Ха-ха, они сзади дроп? Да-да-да, пускай, типа, дерутся. Это, знаешь, можно называть бои за дроп. Блин, не попал ГГшка. Ни в кого не попал. Все потерял просто так. Они нам оставили, кстати. Нормально, нормально, я попал, по-моему. И подбра... Попали! Рик кинул хаешку в тебя. Я не понимаю, ты видел, по мне попали? Это вообще нормально, по-твоему? P350 только оставили мне. P350? Да. Сериально? Больше ничего? А, так тут USP еще есть, ты че? А, я Авик лежит, ты че? Я с М40 хорошо играю, я тупо такая машина, брат. М40 против Авиков? Не, брат, ничего страшного. Я сейчас их по тактике пикселя раскидаю. А бонус P350! Найс. Nice. Раз, два, три! Вашу Машу морду в кашу! Блин! Уф, прыжки. Ладно, пора нашу цель хаешечную делать, а то что-то. О, я им 110 дам, чекай. Но у меня нету денег на им 110. Да пофиг, давай им то, что хватает. Да, дропнул. Когда-то, мудрый профессор сказал, используй силу противника против его самого. Потом, брат, скидываем им по фабму и бегом побежали. Так мы же выиграли, когда мы играли с фабму. Ты помнишь? Ну, нам повезло. На, нафиг. Идеально под яхованчика хаешка. Ай, да ладно, не, ну тут кентики просто. Ой, попадаю жестко, давай. А, в меня хаешка залетела. У меня 7 хп. 7 хп, ты что, на приколе кищешь 7 хп? У меня 7 хп. Блин, они еще и флешку кинули. Как играть в... У меня АКР. Ой, иди забирай, дропщик есть. Я лечу, лечу. А, что, как меня забрали, я вообще спрятанный был. Брат. У нас есть только одно правило, нет никаких правил. Ой, хорош! Ну, Рикардо, это будет изи. Блин, мне кажется, где-то сидит в ребрах ныкается, не? Блин, у меня хп нет. Блин, дефать надо. Если он в ребрах, ему габелло. А он не в ребрах! Брат, дефьюзим! Брат. Чекай, давай, прыгай. Он дефает. Забирай, он дефает. Ну, а чё он сидя сидел, как это? Я дефаю в пиксель. А, он сзади! Прикинь! А, нет! Блин, у меня 7 хп было, я вообще был... Халявочка! А что за фигня, как он дефал даже не стоя на поинту? Ера, что у нас со счетом? В смысле 4-2? В смысле 4-2? Раунд пистолетов, братик. О, у меня АКР Трэш Хантер. Ой-ой-ой, я по 90 даю для кентухи. Такой вкуснятинку дропаю просто. Но если они не заберут, то не знаю. Не попал, ну пососик. Не попал, и Рикардо не попал. Никто не попал. Блин, я еще и моликом промазал, все, это тильт. Блин, они сейчас опять поинт поставят. Блин, как они надоели с этими флешками. А, бери, пошел. Ууу, голд скул, это у кого? Второй где-то планту. Я что-то, ой, я у них взял что-то. Еще его? Нету, странно. Что? А, что? О, дома билетики. Меня пушат. А, не планти поставили, кайф. Давай. Хорош, забрали.
Что? А он тут был. А, не тут, в пуэнту. Можешь этот. Уже? Я под тебя запуэнтил, если что, можешь почекать. Я же скушаю на ходу, никого не послушаю. Все, дефай. Ты минус два дал? Ну да, прошел, господи, все. Когда они плент не ставят в первую секунду, все, это изи раунд, понимаешь? Это все из-за того, что мы тайминги теряем, они сразу бегут. А, не, возможно, кто-то из них через зап бегает, поэтому, возможно, мы второго не замечаем просто. Тайминги, бро, это тайминги, бро. Я дигл дроп. А пускай с диглом побегают. Тоже. Ой, я маг 10. Мне на маг 10 только хватило. Давай берем, просто заныкаемся вместе идеи. Просто заныкаемся в ревер. Была не была, да нет. А, давай. Только стой, не пылись, не топай. Все, имба. А теперь, брат, ловись, рыбка, большая и маленькая. Ой, ну пожалуйста, идите через мид. Блин. Да, блин. Потеряли все. О, дигл. О, все, что ли? О, лавик нашел. М40. М40 нашел. Это же не было в прошлом раунде. Да, это же тоже наш, Готовься. Готовлюсь. Ага, забрал Рикардо! Нет! Что им кинуха? Блин, он тут в пунту прям. О, а, это Херекс был? А где Кент? Все, он отлетел. Я думаю, кстати, я в него попал. Странно, что он так жил долго от Молика. А, мислагало, все! Нам дали в рот. А ты Молик скидывал? Они имеют право на Молик? По-моему, ты запретил в правилах для противников наших Молики. Брат, знаешь, мне плохо, потому что мы сливаем таким нубам. Я думаю, надо их за это наказать и выиграть. Что думаешь? Давай я им скину вот этот М110, пускай вот ты играешь. Брат, я им USP скину, а сам буду с этим, с М4-1 играть. О, авик ДХ им еще не скидывал, пусть уводят. О, пулемет, пускай играет с пулеметом. Так, подожди, а где они, где? Найсик. Давай, блин, попал. Блин, а на хаешку не попался. Я от всех хаешек увернулся жестко. Ой, тебе юспик оставили. Надо важил. Всех? Отлично прилетел. Ну, одного точно. Там причем так смачно прилетело. Так, брат, давай. Оп. Так, оп. Нет! Да, блин, а! Да, ё-моё, ты ели. Да, бери пулемет, бери пулемет. Меня Вик ТХ скинули. Не, меня Вик ТХ, брат, скинули. О. А тебе что скинули? Пулемет, значит. Да они опять заплентили! Простреливаю. Я им скинул драп. Брат, давай, я с вапой. Давай. Им полного было. Я тут здоров. Патроны! Ой, как. Лучший! Все, остался Рик. Давай, дефьюз, я тебя прикрою. Да! Брат, дефьюзим! Дефьюзим! Успеем или нет? А, сбегал ноускопом, решил. Ноускопом еще! Ну, ГГ. Чел, просто киборг. А, они еще дефуза покупают. Фига, у них экономика там жестко. Дефай. А, ты дефаешь? Нет, Рик! Хорош, я же думал, ты не успеешь. Брат, вот это я называю реал киберспорт. Все, себе на сторону, мы составим план. Брат, ты, кстати, в курсе, что мы взяли Сусейнс в основной состав? Кого, тебя? Да, брат, Сусейнс медиа, слышал? Они решили таких слабых сразу брать? Какие слабые, слышишь? Закупаемся в хаешечками, не забываем и юспики скидываем. Быстрее бежим. Надо не потерять тайминги наши жесткие. В тёмочку надо сейчас. Так непонятно, как они пойдут. Так, под флешечку, в тёмочку. Брат, если вот, я добегу, я бегу слепой. Я пока беру дроп. Давай. О! А вы думали, только вы одни так можете? А мы тоже так можем. Братик, надеюсь, где дроп? Давай. Где дроп? На. Не понял, а что это за пыль? А где нормальный дроп, там, авики всякие? А, тут вон два глока. Ну, зашибись. Еще и спрятали глоки специально. А где Ерокс? Мы его не видели, кстати. Они же будут к нам бежать с двух ног. Они вот максимально торопиться. Родой, разменяй меня. Брат, у них лоу хп, добей. Жестко. Хорош. Жестко. О, хорош. Что могу сказать? Слушай, ну походу, брат, походу настало время. Блин, ну что им оставить, не знаю. Давай хаешку им оставим. О, хаешка им 40, все. Он как раз не любит хаешки кидать. Короче, у меня есть идея. Сейчас жестко буду байтить. О, я спрячусь в ребрах. Ну, жесточайшая идея. Но я сначала покажу, что спрячусь в ребрах. Я им дробаша кентухи купил. О, я тоже. Такой же дроп купил. Найс. Короче, смотри, через тёмочку, давай флешечку и хаешечку. Там 100% кентуха как бот будет бежать. У вас слышу их вдвоем тут. Блин. На нафиг, идеально под кентуху упало. Ну, а давай вообще им два раунда подряд вообще, ну, дроп не оставлять. Не, брат, подписчики будут сильно обзываться. Ну куда? Ну, блин, минус 80. Я не могу.
Ну это трэш, это вообще нормально? Фига ты голый, 20 здоровья. 20 хп, а ты как думал? Все, я в ребрах, я в ребрах. Найс. О, этот М40, отлично. Тихонько. Короче, родной, ты тоже тут? Тут Рик с тобой сидел в ребрах, прикинь. КГ. Они в пленту? Ну как? Да, не там. В ребрах, Кен справа, в ребрах. Ой, как? Минус 68. Блин. Подожди, это они играли или что? Я их не почувствовал. Это они играли? Ну да, они старались прям. Короче, брат, давай, чтобы никто не написал, что мы глима пепа, перхоти и так далее. Ребят, хэштег я не пепа. Я скидываю самый лучший дроп, на который мне только хватило денег. Окей, я скину калаш, реально, я скину калаш. Не, ну реально, брат, хотя бы раз, хотя бы раз, что мы скинули все. Всю. Наша совесть чиста. А какой М40 на дропом? У меня не хватает, у меня только на USP хватает. Они сами нам экономику испортили, к сожалению. Да. USP Genesis, вау. Сейчас скрин сделаю. Они, мы им оставили, значит, калаши, они нам оставили USP. Ха-ха-ха. Ханак, тебя как на базу забрали. Меня прострело. Флешку. Перехват произошел. А, брат, а теперь смотри, учись, как играют профессионалы. С USP против двух калашей? Брат, вероятность моей победы 99,9. Минус один. А, у пуэнти, а, мы не пуэнти, так мы не... Что, я через стенку, я же ушел! Вопросы есть, брату? Он теперь 100%, что ты проиграешь? Тёнь, брат, шаги, слушай, шаги, слушай. А ты пуэнти поставил даже? Нига, я минус 2 отдал! Я минус 2 отдал! Чекай, вантап называется. О, хорош. О. Что? Минус 0 засчитало. У меня 0 засчитало попадание. Ты видел, у тебя было, что я стрелял в него? Я видел, но не видел, что ты не попал. А ты что, киберспортсмен? Брат, ты не знал, говорю, что сэнс, ребят. Меня приняли со сэнс. Да. А давай им еще раз ставим калаши. Давай мы еще раз ставим топовый дроп, пускай вот почувствуют себя. Брат, я им скинул такой топовый дроп, у них челюха слетит. Ох, такой топовый дроп. Так, ну у меня хватает на береты, к сожалению, потому что экономики нет, как говорится. А хаешки нам нужны, чем им дроп. Да, да, зачем? Зачем им хаешки? Поехали, брат. Блин, они зафлешили меня. Бросаем киберспортивную хаешку. Я бы тебе! А ну иди сюда. Ой, он за мной бежит, человек, он психанул. Опа. Брат, иду ставить плентик. А, кто кинул хае, алло, и флешку. Слышишь, у меня тут проблемы, тут Рикардо рядом. Ну, с Рикардо рядом. Ну, прям очень рядом. У себя на респе. Ну, а где? А бомб в кармане. У меня дроп в кармане. Ты на приколе? Где мой дроп? Нет, пощадите. У меня блеска. Жестко. Попал с хаешки! Да, да. Моя главная цель еще... А, вообще, в идеале было бы кента разочек с хаешечки забрать. Было бы вообще отлично. Ну это полный фиаско. Надо дропом делиться! Ты видел? Как в прыжке на узду? А где он там? Ну, а вот он. Забираю их. О, дефусь, у тебя есть дефуза. По жести, просто не прощаем за такие мувы. Смотри, мы им оставили в этот раз снова калаши. Ты им оставил что, М40? Ты им да, ну про меня денег просто не было, потом оставил М40. Да давай без М40, давай без М40. Они без М40 вообще ничего не мувят, реально. М40 это имба слишком, М40 слышь, нельзя оставлять. Посмотри на счет Рика, мне кажется, что он слишком жестко играет, не? Что? 2 килла? Да ничего себе, блин. Ну, я думаю, ребят, это бан. У меня нет денег, поэтому оставлю им туалберет. Так, о, давай. Я М4 им ни разу не скидывал нормальный дроп, наконец-то получили деньги. О, я М16 дропнул, нормально. А, это обоун. Ха? Ой, у меня плохие новости для них. Я уже заплентил. Привет, пупсики. О, ну зашибись. Чел сидит там. Хорош. Гера там же где-то. Мя. Ой, что там в Тёмке? В Тёмке трик. Все, родной. Это нереально! А поинт тупо с софтом играет! Первая пуля в голову. Префай, он сейчас будет дефьюзить, он не успеет. А кто ж так бомбу ставит? Ну басики не умеют бомбу ставить нормально. О! Нормально. Мы убили дропсик, нормально. Ну, экономики нет, получается. Да. А чё так пачка быстро взорвала? Ты что, сразу ее поставил, когда дроп не взял? Ну, разочек можно. Офига. Так что так. У меня уже... О, я им не оставлял МП5, топовый дроп. У меня еще такой скин дорогой. А я МАКР-12 не оставлял. Пусть пацаны поиграют, почувствуют себя немножко богатыми. Флешком. Опа, бежит. Хаешка? Найс, идеально. Попало? Отлично. Да. Блин, надеюсь, хаешка по мне не прилетит. Нет, только не хаешка. Не попали. Да ё-моё! Брат, есть плохие новости.
Тебе дропа не оставили. Там, а он там в конце что-то лежит. Дигл. Да, не, брат, это нельзя подбирать. Да это нельзя подбирать. Почему? Не, не. Почему? А че это дигл? Да они ж выкинули. Брат, ну они его выкинули. Алло, с чем мне играть, алло? Ну ладно, брат, бери дигл, пока никто не видит. Скажем, и лежал на респе. Ну, подписчики да, не заметят. Монтажер обрежет. У меня есть смог, могу куда-то дать. Быстрее кидай сюда в плент. Дал плент. Пока меня не нашли. Найс, я идеально. Бачу. Я забайтил. Хорош. Хорош! Мать, твоя хаешка! О, найсик. Я пленчу. Откосывай. Что? А память сидел в ребрах! Я говорю, он мне уже надоел. Накажи. Хорош. И слева, накажи его. Это просто накажи его. В тёмке? Оп. А, не в тёмке. Let's go. В атаку! Не в атаку. Мы дофугачим. Не надо. Давай. Давай, мужик. Что он делает? Забрали. Да, на время. И он за километр достал меня, как? Чел, нечестно играет, нечестно, я был дигл. А гобери ты, а не, дропали 50. Я фама с М40. А может М40? Может М40, а я фама скину. Давай хаешку одновременно кинем, ты тут с хаешкой? Брат, иди сюда, ер. А я уже выкинул хаешку. Куда ты ее выкинул, ядрить пилотить? Брат, а кто разрешал кидать хаешку? Ай, минус пол хп у меня, гг. О, калашек неплохо. Ой, где тут авик еще есть. Можно лишь бы не хаешка мне прилетела по лбу. Тут, там, короче, Рик кинул хаешку в тебя. Брат, отнял, знаешь сколько? Ровно 0 хп. Рик где-то на базе, понял, сидит? Рик где-то в пленту сидит. Может он в дыму? Ты где, Ер, мне страшно! Он прыгает! Ё-моё! Жестко забрал кентуху. Не, бро... О-хо-хо, чё ты дал? Давай, три хп... Брат, лучший! Хорош! Ой-ой, там ярванчик сидит с М40 моей. Или твоей. Это мой. О, что? Тебя за стенкой забрали. -97! Найс. Слушай, ну брат, давай. Реально, давай оставлю координацию, реально. Не оставляй. Давай валом оставим, валом оставим. И бери хаешку. Самое главное, бери хаешку. Мы должны прямо сейчас играть как жесткие гиперы. Я понял. Больше не дропать, лучше такую штуку. А билеты, дропни билет, пускай играет. М40 скинул. Анали. Сейчас вот только видишь их. Не выбрасывай хаешку заранее. Надо по брейну кидать ее, брат, да, по брейну. Я скинул. Тут обоим с хаешкой! Не, обоим, не, даже не думай, чел. Ну, Кен. Ну, может быть, хотя бы кидать. Аааа! Нееет! У меня 10 хп! Нееет! Ну почему? Я был так молод. У меня жена, семья и 100 детей. За что? Забирай его в честь такого, я тебе его оставляю. Оу, мескузин. О, я забрал с них еще молики, найс. Нет, не прыгай. Нет, да я пытался, я там Рика вообще за... Я обоу на откос, значит, у меня денег нет. Короче, прямо сейчас очень важный решающий раунд. О, а знаешь, а я молик оставлю. Я молик оставлю, да? И давай оставлю им вот эту СМ-ку. Бро, давай аккуратненько. Ну, давай нормально дропнуть. Так, я бы дропнул P90 на самом деле, как будто ни разу не дропнул. Я М-очку дропаю. О, вон они бегут с базы, готовься. Они в домик бегут. Брат, это самый важный раунд в твоей жизни, запомни это. Не, пацаны, я больше на вашей ловушке не поведусь. Не, отстаньте. Хаешку не кидайте. Нет! Ё-моё, стрёмно-то как? Мужик, по мне все хаешки кидают. Почему не по тебе? Я не понимаю, нас вообще-то двое играет. А, я там скинул плент, можешь поставить? Тут, короче, дроп. Тут по мне хаешка прилетела! Слышь, по мне три хаешки кинули как-то. Я тебе говорю. У меня есть молик, Кен должен сидеть где-то в ребрах 100%. А Ера, как обычно, должен тут сидеть, на лестнице. Насик, выходим. Пусть только прот прыгнут. Много было. Забрали нубика. Подожди, там молик. Я ирландчика выцепил. А, вон, спалил! О, лоу хп, минус хорош. 16, забирай его. Они оба в кармане! Лежать! О, у тебя диффуза есть, найс. Успеваешь, все, дефай. О, что, Кен сам от себя? Ну, доважился. А че я саппорт сам себе дал? Смотри, это вообще законно? А как ты себе дал саппорт? Я не понимаю, слышишь? Вообще где-то дичь. Брат решающий. Прямо сейчас самый важный раунд за всю твою историю. Брат, как мы два раунда подряд-то? Брат, первым делом бронь покупай. Вторым делом хаешку. А теперь на шо хватит.
Я маг 10 скинул. Брат, я айфонфал скинул. Брат, есть еще варики на рот скинуть, брат, но я думаю, это после видео уже будет. Авик, дропай авик. А у меня не хватает. А, мне еще. Я забыл, мне еще хаешку надо купить. Ладно, спас у них есть. Мне кажется, сейчас будет какая-то подстава. Я тебе отвечаю, мне кажется, сейчас будет какая-то подстава. Попал в Ерокса. Брат, ты беги первый, я у мамы один. Мне хаешка залетела. Ля. Нет, почему такой плохой дроп? Нет. Мужик, это фиаск. Масик, спасибо за дропчик хороший. А, нет, за что. А что мы им дропнули? О, пушат Тёмку. Авик и спас. Тише, кто там? Брат, у тебя уже паранойя какая-то. А, нет. Нет. Нет, Ерокс на кого-то меня ставил. Сейчас притихонько слушаю звуки. 3, 2, 1, минус кабина. Ну как он выжил? Сложь. Минус... Я три раз попал! Как по мне попал? А, это как он попал? А-а-а. Минус ноль. Они живущие, как тараканы! Давай. Да! Хорошо, все. Рик последний. Раз, два, ты три! Сможешь. Ты самый лучший. Ты мужик. Давай, брат. Ты мужчина. Да! Кеда пука мужчина. Он тут уже. Жестоко тащи. Ой-ой-ой. Да ну как? Не надо против спаса прыгать. Ребята, шо я дал? Я просто в шоке. Я чувствую, как мое тело наполняется киберспортом. Ну, Рик жестко отыграл, кстати. Я на самом деле думал, что у тебя будет киллов 4 в нашей команде. Слышишь? Ты давай там на потом на меня не кроши. Ребята, ну-ка я кабину вынес. Кентуха, как тебе моя легендарная хаешечка? Брат, я приеду, брат, тебе эту хаешку суну тебе в твою попочку. Мы я погнали. Ну что ж, мы уважаемые подписчики, с вами был непобедимый, непревзойденный чемпион мира Кента ПК. Прожмите лайк, подпишись на мой канал, на ТГ там 10 колды, на пацану надо еще подписаться. Всем удачи, всем пока-пока.